22 июля отмечается Международный день бокса. И именно сегодня мы хотим рассказать об удивительной девушке Карине Коробовой, которая стала трехкратной чемпионкой Европы по боксу. Она пример того, как трудолюбие и воля к победе приводят на пьедестал почета. Вот эта хрупкая девушка и есть трехкратная чемпионка Европы по боксу. Карина поднималась на высшую ступень пьедестала почета в 2018, 2020 и в 2021 году. Последняя медаль была завоевана совсем недавно. С 3 по 11 июля в Грузии проходило первенство Европы. В весовой категории Карины за победу боролось 13 девушек. Наша спортсменка провела 3 боя и все выиграла. В последнем со счетом 5-0. В финале вышла с немкой Германия. Провела 3 боя. Был очень моральный бой. Тяжковато было морально настроиться. Ты уже понимаешь, осознаешь, что это финал, и нужно вот метать и рвать вот за это первое место. Да и хотелось очень сильно. Горело, прям горели глаза, когда выходила. Ну, поборолись, подрались, все получилось. Слава Богу, как говорится. И все. Вот сейчас отдыхаю. Отдыхать и восстанавливаться Карина будет до 1 августа, а после снова сборы, тренировки и подготовка к международному турниру стран СНГ. Свой путь в мир большого спорта чемпионка начинала в отделении бокса спортивной школы «Триумф». Тренер Александр Водопьянов смог увидеть в девушке потенциал и развить его. Стоит заметить, чтобы стать чемпионом, одной техники и физической подготовки мало. Важен психологический настрой. Боксеры – это спортсмены с остальным характером. Воспитание характера, воспитание личности. То есть это тот спорт, когда ты отвечаешь сам за себя. То есть ты выходишь в ринг с тобой как команда, и кто-то не выйдет, тебе никто не поможет. Ты не сможешь там взять тайм-аут, там, сказать, можно секундочку. То есть настрой перед боем. То есть психология боксера совершенно другая, в отличие от других видов спорта, там, как, такие же, как игровые, командные виды спорта. То есть именно формирование личности. Сегодня в Славянском отделении бокса занимается около 200 ребят. И можно с уверенностью сказать, благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки тренерского состава, мы еще не раз услышим именно славянских боксеров в числе победителей всероссийских и международных турниров. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».